Пожарные вынесли из огня парализованного инвалида. В многоэтажном доме по улице Береговая произошло возгорание в квартире. На место ЧП прибыли пожарные расчеты. Для ликвидации огня сотрудникам МЧС пришлось выламывать дверь в помещение. Из горящей квартиры они вынесли владельца, который не мог передвигаться самостоятельно. Его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за курения в постели.